Премьер-министр Владимир Путин рассказал журналистам, каким он видит наступающий год. Мировая экономика не устаканилась, бушует. В этом смысле Россия представляет из себя в известной степени островок стабильности. Во всяком случае, пока. Хотя ситуация вокруг нас довольно тревожная, это правда. Но именно в силу того, что мы в целом преодолели последствия кризиса, экономика набирает темпы развития. Это вселяет все-таки уверенность в том, что и следующий год будет для нас удачным. Конечно, мы находимся в середине политического цикла. Закончились выборы в Государственную Думу, начинаются президентские выборы. И в такие времена политики всегда эксплуатируют чувства граждан. Немножко все раскачивается, бурлит. Но это неизбежная плата за демократию. Ничего необычного здесь нет. В этой связи я, конечно, хотел бы пожелать всем нашим гражданам, вне зависимости от политических пристрастий, и тем, кто симпатизирует левым силам, и тем, кто справа находится, сверху, снизу, как угодно, всем хочу пожелать благополучия и процветания. Кстати говоря, наступающий год – это год дракона по восточному календарю. Я родился как раз в год дракона. Как правило, это удачные времена у нас всегда были. Надеюсь, что и в этот раз дракон принесет удачу, благополучие и процветание каждой российской семье, всем нашим гражданам. Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом.